ручной фрезер калибр FE 1000M. Легок и прост в оснастке, к тому же эффективен и производителен в обработке древесины. Инструмент поставляется в фирменной упаковке с комплектом для монтажа и сборки рабочей платформы. Также в комплекте прилагается оснастка для подключения шланга пылесоса и краткая инструкция по сборке. Калибр FE-1000M относится к категории простых функциональных инструментов для фрезерирования массивов средней жесткости. Головка рассчитана на цанги с диаметром 6 или 8 мм. Коллекторный мотор способен развивать до 30 тысяч оборотов и мощность до 1000 Вт. Инструмент выполнен в классической вертикальной компоновке и оснащен двумя упорными рукоятями. Высота инструмента в собранном виде не превышает 33 см, а вес 4 кг. По большей части корпус металлический, с открытым каркасом и декоративным кожухом мотора. В верхней точке выведен силовой кабель питания длиной пару метров, а рядом регулятор отсечки по оборотам двигателя и вентиляционные отверстия охлаждения. В процессе работы корпус нагревается до приемлемых температур, не более 50 градусов. Силовые рукояти для хвата двумя руками вынесены по бокам корпуса, в нижней трети по высоте. Сами ручки выполнены из пластика и отличаются средней эргономикой. Рядом вынесены упорные регуляторы положения и глубины хода фрезы, а также клавиша пуска электродвигателя. В основании корпуса расположена функциональная платформа с пластиковым основанием, поддерживающая копировальную насадку. Также платформу легко можно дооснастить боковым регулируемым упором, обязательным при ведении ровной линии. Цанговый патрон под фрезы размещен на валу мотора и комплектуется двумя цангами на 6 и 8 мм. Патрон быстро зажимной. Клавиши фиксации цанги находятся в основании корпуса. Одна фреза под восьмерку прилагается в комплекте, а максимальный диаметр и глубина погружения фрезы равны 30 мм.